Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня покажу вам покупки с Яндекс.Маркета. Приятного просмотра. Первое, что покажу, это товары IKEA. Их немного. Очередные контейнеры взяла. Эту серию я уже покупала у Бдотера. Докупила сейчас еще несколько штук, потому что качество пластика мне очень понравилось. Первый, так вот, небольшой такой длинный. Размер 20x50. Такой я уже брала. Взяла еще один. Такого же размера. Сделан в Тайване. Его можно использовать как для столовых приборов, так и для других целей. Здесь есть прорезиненные ножки. В принципе, как у всей серии. Вот они очень удобные, не будут скользить. Полипропилен. Ножки из каучука. Вот она широкая такая. Хорошее качество пластика. Твердый такой прям материал. Отличный материал. Можно использовать в любом ящике, в любом шкафу. Не только для столовых приборов. Поэтому взяла. Покупала я его, в общем, просили тоже цену озвучивать вначале, да? Стоит он сейчас на сайте 300 рублей, этот контейнер. Я купила за 244 рубля. У меня купон был последний на 200 рублей. В общем, я, кто смотрел мое видео, я покупала макароны Барилла. Много, там несколько покупок у меня было. И мне периодически, в общем, присылали пакеты поврежденные. Я писала на них жалобу на доставку. И мне присылали, в общем, купоны. И вот у меня оставался последний купон, 200 рублей, я его использовала. Поэтому мне обошелся дешевле контейнер. 300 рублей на сайте, мне за 244. Следующий контейнер из этой же серии, тоже у Бдотера. Размер 25x50. Тоже сделано в Тайване. Был упакован вот такую пленку, потому что вот на самой нету, на самом контейнере. Я оставила показать вам упаковку. Это как идет как вставка в основной контейнер. Можно использовать не только вот к этому, к любому из этой серии. Он, видите, специально с одной стороны, без спинки. Очень удобно, можно вставить вот так вот. Вот. И продлить, получается, основной ящик. Как вам удобно по ширине. Можно задвинуть туда внутрь. Вот так вот будет. Вот один поуже, другой пошире. А можно вот увеличить наоборот. Поэтому удобно. Как бы главное, чтобы по ширине у вас вошел. Ну, в смысле, по длине получается. А так очень удобно регулировать. Так, размер тоже, я сказала вам, 25x50. Тоже эта же серия. Также есть прорезиненные ножки. И здесь вот такие вот, в общем, рифления. Ну, для того, видимо, чтобы не скользило. А здесь такого нету. Это чтобы не скользило. Так. Сделано в Тайване. Все как положено. Даже здесь вот есть прорезиненная. В общем, вышел мне этот... Стоит сейчас у него акция на сайте Яндекс.Маркет. 296 он сейчас стоит по акции. А без акции 300... с чем-то. Посмотрела сейчас на сайте. В общем, без акции этот лоток сейчас стоит 329 рублей. По акции сейчас идет на сайте 296. Ну, небольшая скидочка, но есть там 30 с чем-то рублей. А я взяла по 242 рубля. Ну, купон, в общем, на 200 рублей раскидался на все товары, которые были в корзине. Так, и вот здесь, вот видите, есть специальные какие-то вот уплотнения, дырочки. Ну, видимо, чтобы фиксировался хорошо вот контейнер. Вот так вот, например. Не знаю, для каких. Возможно, для этого. Так. Дальше.
взяла из этой серии вот такой контейнер маленький. Тоже я его такой уже брала. Очень удобный для узких ящиков. Так, серия тоже у Дотера. Размер 20×31. Сделано тоже в Тайване. Полипропилен. Также имеются прорезиненные ножки. По всей поверхности. Так, размер 20×31. Ну вот, получается, чуть-чуть больше половинки вот этого контейнера. Так, обошелся мне этот маленький контейнер за 202, точнее, на сайте он стоит 229 рублей. Я его взяла по 188. В принципе, цена недорогая. В Икее я примерно так же стоили. Цены точно не знаю, какие в Икее были. Я их не брала там. Но похожие цены, недорого. Так, из товаров Икея на сегодня это все. Кстати, вот еще была бумажечка к тому, вот к этому контейнеру, к вкладке. Туда же, как видимо, устанавливать его. Есть вот такой лоток еще большой. Ну, у меня он тоже есть. Вот к нему можно подсоединять. В общем, к любой серии. Прорезиненные ножки, видимо, описывают. И как вставлять в ящик. Вот, как дополнительное место. Так, дальше покажу вам товары не из Икеи. Следки взяла белые. На них была... Цена хорошая. 280 рублей, по-моему, на сайте. Где-то там около 50 рублей за штуку получалось. Чуть меньше, наверное. Я взяла по 232 рубля с купоном. Они чуть ниже следки, чем вот предыдущие я вам показывала в другом видео. Эти ниже. Вот, получается, как они выглядят. Даже, я бы сказала, еще ниже, чем вот здесь вот нарисовано. Их еще не носила, но когда одеваешь, как-то вот некомфортно. Вот эта пятка как будто бы слетает, что ли, немножко. Может, я просто неправильно одела. Натянуть надо было посильнее. Вот наперед, наверное, надо было длину натянуть. Может быть, так комфортнее будет, не знаю. Так, размер 37-41. У меня 38 размер, поэтому чуть-чуть, мне кажется, великовато. Хлопок, полиамид, спандекс. Здесь 5 штук в упаковке было. Вот я одну распаковала. Посмотреть. Ткань симпатичная такая. На ощупь приятная. Сеточка небольшая. А вот носок вот здесь вот. Есть, кстати, резина. Вот эта вот силиконовая вставка здесь есть. Но она какая-то не такая. Маленькая, в общем, вставка. Вот они прям волнами сделаны. Но они низковаты, не то, что вот как... Под обувью точно видно не будет. Вот, натянуты они. Ну, не знаю, не пробовала носить их еще. Но белые следки всегда нужны под кроссовки. Нитки, конечно, вот есть... Ну, посмотрим, как будет в носке. Все ссылки внизу я вам оставлю под видео. Кому интересно будет, можете пройти, посмотреть. Так, дальше взяла кофе. Тоже, когда, в общем, на Яндексе, когда покупаешь какие-то товары, Яндекс, в общем, дарит вам купоны. Они как-то там появляются, как только вы товар получаете в пункте выдачи или курьер вам привозит, в общем, появляется новый купон. Они там как-то быстро сгорают, поэтому я случайно наткнулась, что у меня появился купон на кофе. Именно вот на этот кофе 800 грамм. Он в зернах. Степень обжарки 3. Классический. Я якобы люблю кофе. Вот такой я покупаю молотый. Ой, не молотый, а растворимый. А в зернах именно классический я не покупала. Я покупала экспресс. Вот экспресс вкусный кофе. Но на него у меня скидки нету. А, в общем, на классический был. Я не знаю вкуса, не уверена, но взяла, в общем, две пачки.
Цена на сайте стоила 726 рублей. Это тоже у них акция. Сейчас она до сих пор идет. Специально зашла в Пятерочку посмотреть, сколько стоит там кофе. 950, по-моему, рублей стоит именно это кофе. Тоже по акции. В Ленте тоже стоит около 1000. Здесь 800 грамм. Классический кофе. Зерновой. Пахнет вкусно. Привезли мне в коробке. Ну, в пункте выдачи. Коробку я там оставила, сразу выкинула. В общем, две пачки. Пачка у меня обошлась за 525 рублей. Мне кажется, это вообще халява. Таких цен уже давно в магазинах нет. Но я взяла две пока. Не уверена была во вкусе. Возможно, надо было больше брать. За такую цену, конечно, это очень дешево. Но хотя бы две взяла. Так, в составе, по-моему, арабика и робуста есть. В общем, кто любит это кофе, знает примерно вкус. Очень вкусный. Нет, сейчас не буду, наверное, искать. Вот так вот просто покажу, какой здесь. Ну, знаем, что здесь есть арабика и робуста. Восемьсот грамм, 525. Вообще халява. Обращайте внимание, кто покупает на Яндексе, купоны как-то появляются внезапно. Иногда даже не за покупку, а как-то вот через пару дней случайно заходишь, бац, у тебя новый купон, который горит, и надо срочно его использовать. Поэтому очень приятно было. Спасибо Яндексу. Так, дальше. Взяла. Тоже увидела на сайте. В общем, появилась у них там акция. Акция сейчас до сих пор идет. 3 по цене 2. На D антиперспиранты. Действует не на все марки, а вот только на DAF. Выборочные там. В общем, выборочные модели. Я взяла вот такие, два одинаковых, один такой. Честно говоря, когда я дома увидела, что здесь есть алюминий, я бы не взяла, поэтому рекомендовать не могу. Алюминий вообще вреден для здоровья. Я стараюсь не покупать такой. Раньше Ladies Pistic покупала, сейчас его из России убрали. В магазинах я его не встречаю. Ну, в общем, взяла, ладно. Ну, что ж, теперь взяла, будем использовать. Но есть алюминий. На сайте он стоил по акции 200, точно вот не помню, сейчас цена там поменялась, 270 или 230, ну, в общем, в районе 250 рублей. И плюс от него, в общем, 3 по цене 2. И вышла мне каждая упаковка, в общем, по 150 рублей. Мне кажется, дешево. Сейчас таких цен уже тоже в магазине нет. Взяла увлажняющий крем. Так, здесь определенного вкуса, по-моему, нет. Здесь он без спирта. Оригинал, просто оригинал. Красота и уход. Дальше нежность пудры. Тоже с увлажняющим кремом. Ноль спирта. Нежность пудры. Ну, это такой же. Запах нейтральный. Я так вот посмотрела дома. Ненавязчивый такой, нормальный. По 40 грамм здесь. Граммовка. Да, 40. И здесь 40, да. Поэтому по 150 рублей вышло. Сейчас цена 300 с чем-то стала. Но мне кажется, у них цены могут упасть. Они у них днем одна цена, вечером другая цена. Поэтому надо контролировать, смотреть, кто хочет дезодоранты. Ну или посмотрите, может быть, вам тоже будет недорого, если 3 по цене 2, сложите, разделите, сколько выйдет. Ссылочки оставлю. Все мои покупки на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube и на Дзене. Комментируйте, что вы берете на Яндексе, что рекомендуете. И всем пока. Кстати, забыла добавить вам. Обратите тоже внимание, кто хочет купить дезодоранты. Там у них прям, когда заходишь по ссылке на дезодорант, в общем, внизу, если вы спуститесь немножечко, там у них указан код, какой надо ввести еще в корзине, и будет вам еще 15%. Поэтому помимо того, что там
Мне сначала тоже вышла по 170 где-то упаковка. Я ввела код 15%. Он еще там действует до какого-то числа, не помню до какого. Там написано. И будет еще дешевле. В общем, у меня по 150 вышло. Поэтому обращайте внимание, что там в товаре еще есть, помимо общей цены, вниз, если спуститься, написано условие какого-нибудь купона. Допустим, купить на 1000 рублей. Ну, допустим, потому что там акции разные бывают. И будет еще дешевле. Поэтому вот так вот. Приятных всем покупок.